Учащиеся Одинцовской детской музыкальной школы вместе с педагогами подвели итоги года. Вместо экзаменов – русская и зарубежная классика, вместо зачетов – непревзойденное исполнительное мастерство. В этом году учреждение дополнили еще одним хоровым отделением. В его состав вошел детский хор при Гребневском храме. Ребята выступали в первой части концертной программы. У нас все отделения как бы сейчас являются приоритетными, у нас нет каких-то вот… у нас развивается очень хорошо струнное отделение. Вот в этом году мы открыли класс виолончели, вот ни один ребенок у нас не ушел, они все с удовольствием занимаются. Вот. У нас функционирует уже достаточно успешно класс ударных. Вот мы недавно совсем его открывали, а сейчас уже представители этого класса, такие как Ярослава Белоусова, она тоже взяла диплом первое место и гран-при на некоторых вот фестивалях, которые проходили в зимний период, в январе, феврале и в марте. Вот, поэтому хоровые коллективы, да, они в приоритете, оркестровые тоже в приоритете. В этом году юные музыканты из Одинцова удивляли корифеев российской культуры мастерством, трудолюбием и творческим азартом. На всероссийских и областных конкурсах отличились пианисты Александр Погосбекян и Александр Будулев, балалаечник Олег Румянцев и коллектив гитаристов. Успешно развиваются оркестры народных и духовых инструментов, блестяще на международных фестивалях выступают солисты и флейтисты. Музыканты говорят, выход на сцену – это стимул идти вперед и совершенствовать исполнительное мастерство. Скажи, ну вообще музыкант может жить без сцены? Не может. Ну почему? Ну потому что сцена его будет больше развивать, потому что если он не будет выступать на сцене, то тогда он не сможет развиваться и радовать остальных людей. В отчетном концерте приняли участие воспитанники всех отделений школы – ансамбли, хоры, оркестры. Особое внимание педагоги уделяют малышам. В школе действует подготовительное отделение, освоение музыкальной грамоты здесь ведется с 3,5 лет. Познакомиться поближе с педагогами и возможностями Одинцовской детской музыкальной школы можно будет 18 мая на Дне открытых дверей. Василиса Ивашкина, Мария Подъепольская, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».